Между тем, ряд целевых научно-исследовательских проектов в области оценки водных ресурсов реализуют в Казахстане до... 2030 года. Так, в стране намерены укреплять научный и кадровый потенциал в сфере. На заседании Совбеза, которое состоялось под председательством главы государства, обсудили вопросы экологической и водной безопасности. Хасмжумар Токаев отметил высокую актуальность борьбы с природными и антропогенными факторами, создающими угрозу экологической безопасности. Президент обратил внимание Акимов, городов и областей на низкие показатели ликвидации стихийных свалок. В ходе заседания отмечалась и необходимость системного подхода к рациональному использованию воды и снижению потерь во всех отраслях экономики, в том числе и в агропромышленном комплексе, на который приходится основная доля всего водозабора.